Привет, друзья. Ой, лежу без сознания. Вот это еле-еле кое-как у себя пришел. Пенсию только что принесли. Фух. Ой, радости, Господи. Сколько ж. Добавили ж таки. Да. А что вы думаете? Правительство думает за нас, президент, суки лагерные думают. Ой, добавили. Стучит только что в калитку. Хозяева. Я бегом же выскакиваю. Что ты? На крыльях любви, как вот говорится. Выскакиваю. Та идите ж пенсию принес. Я говорю, ой, та Господи, все глазоньки ж выглядел, все слезоньки ж выплакал. Еле дождался, думал уже все. Не дождусь. Он, та не, шо вы, как же ж. Ну, парень, ну шо парень, ему ведомости дали деньги в это, дали, он и пошел. Ага. Листочек листает же эти ведомости, а скатерти же эти. Фух. Находит меня. Вот Котляров Сергей Петрович, я говорю, да, собственной персоной. Распишитесь. Читаю. 43 гривны. Не, 49. Было. Где жизнь? Не, 44, да. 44 гривны добавили. 44 гривны. Вашу мать. Вот это добавили. Ой, блин. Это кошмар. Кошмар. 44 гривны. Уважаемый господин Гройсман. Тебе не стыдно оце там, а? Я понимаю, что я сейчас выступаю против правительства. Да посадите меня нахер. Посадите. Я лучше буду в тюрьме об этом сидеть. Или в лагере. Это капец. Ну, чи издеваются, чи насмехаются, чи шо они... в это делают. Как послушаешь того Порошенко? Та наши украинцы, та мы патриоты. Та какие мы нахер патриоты, блин? Вы шо, сука, там вообще охерели, блин, а? Что вы делаете? Добавили, не осчастливили, блин, украинцев. По 40 гривен подобавляли, блин. Козлы вонючие. Ну и как вот на вашу вот добавку? Там, может быть, добавят у 2019 в этом году. Та я не доживу до 2019-го, сдохну нахер с вашей пенсией, с вашими добавками, и с вашими расценками, и совсем на свете. Вот. Дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. У того Гройсмана рожа уже в экран телевизора вот не помещается. Видно, с голоду бедолага пухнет. Фу. Вот то, ребята, такие дела у нас творятся. Пенсийная реформа, Дореформували, додобавляли. В том месяце ни копейки, в это месяце добавили 40 гривен. Ёперсы ты. На 4 буханки хлеба не хватает. Потому что хлеб уже 11 с чем-то. На 3 булки хлеба, пачку соли. Все, а водичка вон в озере бесплатная. Потому что украиннику, если открыть, платить надо, а платить нечем. Поэтому
с озера. Так что это такие дела, ребяточки. Ну ладно. Принесите телефон, кто-то звонит. Ладно, ребята, пока-пока.